Здравствуйте, дамы и господа, любители семян, растений, цветов и всевозможных таких мелочей. Итак, посылка шла очень долго, насколько я понимаю, потому что она пошла, куда-то пришла, куда-то не дошла, потом ее куда-то вернули, потом что с ней только не делали. В итоге она все-таки попала ко мне в руки, и вот я перед вами. Как говорил великий Мюнхгаузен. Итак, господа, что я могу сказать? На мой взгляд, это все-таки семена. Давайте посмотрим. Хотя, чего? Нет. Я уж думал, ничего здесь нет. На самом деле, реально что-то есть. Ух, вы посмотрите, какие. Посмотрите, какие красавцы. Реально, как грецкие орехи, они как яйца черепахи тортилы. Шикарно. Мне сразу они понравились. И вы знаете, они тяжелые и приятные. Давайте посмотрим, может быть, еще что-то есть. Или хотя бы аннотация. Как вы видите, ничего нет. Что это такое, хрен его знает. Единственное, что вот здесь вот я вижу что-то. Что-то у нас написано. Значит, коммерческая посылка, грубо говоря, да? Это гифт, это подарок вообще-то, на самом деле. Хотя бы написали, вы знаете, так и непонятно, по номеру трека я не нашел у себя такой посылки. И вы знаете, друзья, очень много, ну, не то, что очень много. Я купил семян на 500 рублей различных. И действительно было много. Кто видел мои прежние видео, тот в курсе этой всей ситуации. Но что хочу заметить, из них где-то 4 пакетика было подарки. Подарки имеется в виду не... Ну, вот такие вот подарки. То есть семена. Друзья, правда, я не знаю, что это за семена. По номеру я не могу отследить, что это такое. Вот название, то есть я не знаю, что это такое. Ждать весны, пока она взойдет, я тоже не очень хочу. Поэтому, девочки, скорее всего, вы разбираетесь, знаете, что это такое. Ну, почему-то я вот на вас именно рассчитываю. Пожалуйста, скажите, что это такое, что я приобрел такого, что я вообще не в курсе, или хотя бы на что это похоже. Потому что, ну так, еще похоже на засохший какой-то, я не знаю, крыжовник, допустим, да, но, естественно, крыжовник, наверное, не такой все-таки. Видите, он сухой инжирчик такой, ну вот что-то есть в нем, ну я не знаю, что это. Пожалуйста, подскажите, что это в комментариях обязательно, и я вам буду за это очень благодарен. Но правда, я не смогу вам сказать, где я это купил и что это в принципе. Вот так вот присылают какую-нибудь марихуану, вот, и потом, не дай бог, вырастет где-то, кто-то придет, потом будет предъявлять претензии. А всякое бывает, друзья мои. Итак, друзья, все, спасибо. Всем спасибо, всем доброго дня и хорошего настроения. Пока!